Знают все давно уже, говорят об этом твердо. Можно только на лыжне стать здоровым, сильным, бодрым. Снег по пояс, не беда, на лыжне проблемы нету. Лыжи едут хоть куда, даже если на край света. В селе Покровское Артемовского городского округа множество любителей лыж. Поэтому в прекрасный морозный день все лыжники, от любителей до профессионалов, собрались около социально-реабилитационного отделения «Надежда», чтобы принять участие в традиционной ежегодной Покровской лыжне, которая в 2014 году приурочена к зимним Олимпийским играм в Сочи. И приветствовали всех гостей символ 2014 года лошадка и снеговик символ лыжни. Открыли мероприятие поднятием флага и зажжением костра, который горел на протяжении всей лыжной гонки. Приветственное слово предоставили одному из организаторов этого мероприятия Сергею Темченкову, который в свою очередь поблагодарил социальных партнеров за помощь в организации проведения Покровской лыжни. Мы благодарим всех наших замечательных социальных партнеров, кто откликнулся на наше предложение провести вместе с нами этот замечательный праздник. Четвертый раз мы собираемся уже. На следующий год у нас будет маленький юбилей. И поэтому мы от вас ждем предложения по нашему маленькому юбилею, чтобы придумать что-то новое, интересное. А вот Константин Трофимов, председатель местного отделения партии «Единая Россия», пожелал в этот день найти новый талант, кто в будущем будет представлять Россию на Олимпийских играх. Я думаю, что сегодня среди нас родится новый олимпийский чемпион, который будет представлять нашу любимую и большую страну Россию. Хотелось всех поздравить с праздником спорта, пожелать всем хороших секунд на дорожке, и сказать, что сегодня местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» тоже учредило свой приз самой молодой семье. Спасибо. Отметим, забегов было несколько. По возрастам – на 500 метров, километр и 2 километра. Также участники были готовы к семейной эстафете, которая проходит уже не первый раз. А кто замерз, мог погреться у костра, выпить горячего чая с пирогами или потанцевать под музыку. Даже самые маленькие показали, на что они способны. И пусть лыжи больше них, это не помешало пройти лыжню на отлично. Женщины, мужчины, дети – все старались выиграть. Хотя главное совсем не это, а участие и хорошее настроение. Помимо езды на лыжах, можно было погонять мяч и поиграть в футбол, а также послушать и спеть песни под русскую гармонь. Всех он обгоняет, победить мечтает. Кому это надо? Нам, конечно, надо. Кому это нужно? Всем, конечно, нужно. И, конечно, торжественная часть. Кубки, ленты, медали, грамоты. Награды получили все, начиная с самых маленьких участников до 7 лет. Ими оказались Угланов Семен и Меньшикова Злата. Им всего 3 года. А самому старшему участнику было 82. За призовые первые, вторые, третьи места победителям вручили футболки с логотипом «Покровская лыжня 2014». Организаторы также без медалей не остались. Кроме этого, была насыщенная развлекательная программа. Игры, состязания, эстафеты и многое другое. Как хорошо, что такие мероприятия организуются и приветствуются. Каждый может принять в них участие. Благодаря им развивается спортивный, командный дух. Участники получают огромный заряд бодрости, радости и хорошего настроения. Поэтому, кто еще не был на Покровской лыжне, сделайте это на следующий год.